4 сентября во Владивостоке в рамках деловой программы Восточного экономического форума состоялась лаборатория НКО, организованная Фондом президентских грантов и Фондом Инносоциум. В течение всего дня фондом была представлена обширная рабочая программа, которая включала в себя форсайт-сессию в формате RAPID и мастер-класс от заместителя генерального директора Фонда президентских грантов Иннокентия Дементьева. В ходе работы были определены возможности и направления для сотрудничества НКО на Дальнем Востоке с бизнесом, с государством, со СМИ, а также способы привлечения ресурсов в проект. Кроме того, сложности с подготовкой отчетности в связи с пандемией для Фонда президентских грантов и необходимость выстраивания связей путем грамотной презентации и основ нетворкинга. К участию Фонда президентских грантов были приглашены около 50 организаций, чьи проекты направлены на решение социально значимых задач в таких сферах, как культура, здравоохранение, экология и социальная сфера. По итогам дня сформирован документ, раскрывающий взгляд НКО на то, как выстроить взаимодействие некоммерческого сектора, СМИ и государства. Национальная библиотека Республики Саха-Якутия приняла участие в работе лаборатории с проектом «Библиомобиль. Библиотека без барьеров».